Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Цветочная Фея. В сегодняшнем видео мы будем делать с вами вот такого вот бычка. Вот здесь я сделала примеры. И сейчас хочу сделать пятнистого бычка. Форма неустойчивая, поэтому обязательно нужно что-то подставлять. Для начала растворяем розовую основу, чтобы залить наш биптик. Теперь растворяем черную основу, ну или прозрачную, с добавлением красителя. И делаем пятнышки. Пятнышки делаем хаотично. Я думаю, достаточно у нас пятнышек получилось. Теперь оставляем это все хорошенько застыть. Наш слой хорошо застыл. Я его точечно процарапала. И теперь мы растапливаем белую мыльную основу, ну или прозрачную, с добавлением диоксида титана. Я растопила основу, она уже остыла, и теперь мы заливаем нашего бычка. Все, теперь отправляем нашего бычка в холодильник на 15 минут. И вот такой милый пятнистый бычок, ну или коровка, у нас с вами получилось. Глазки, как я и сказала, я буду раскрашивать акрилом. Рожки я буду раскрашивать перламутром сухим. И я уже говорила, чтобы перламутр ложился как краска и не разлетался по всей форме, я смачиваю кисточку в спирте, а потом в перламутре, и тогда оно ложится как краска. Вот такой вот красивый бычок. Надеюсь, мое видео вам было полезно, понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, и всем пока-пока!